Всем доброго утра. Покажу вам сейчас цветение роз в начале июня и несколько видео здесь как бы собрала, ну, за весь период цветения клематисов, пионы, жасмин. Вот такое видео хочу вам предложить для настроения. Всего вам доброго в этом дне. Мира, добра всем. Находить время, чтобы любоваться красотой, которая нас окружает. Все начинает сейчас обильно-обильно цвести в июне. Роза наша каждый год нас радует. Все соседи ждут цветения этой розы, любят, когда она цветет. Все мы ходим, любуемся. Вот эта роза, кстати, нет у нее колючек. Вот такая красота. Всем приятного просмотра. Тут будут разные звуки нашей сельской жизни. Всем всего доброго желаю.
Чабрец цветет уже. Скоро будем собирать урожай такой цветочный. Сушить травку будем. Клубнику. Какой замечательный клематис. Посмотрите, какой крупный. Здесь оставляю камешки внизу, потому что курочки у нас гуляют и начинают тут землю как бы под корешками выгребать. Поэтому оставляю камешки внизу. Вот так украсили хоздвор мы немножечко наш, где курочки у нас находятся. Вот такой жасмин цветет замечательный. Какая красота.